13-летний ребенок погиб в результате наезда автомобиля. Трагедия произошла в селе Нечаевка Кизилюртовского района. Там 17-летний подросток за рулем «девятки», не имея водительских прав, выехал на полосу встречного движения. Не заметив мальчика, который передвигался на велосипеде по проезжей части дороги, он наехал на него. В результате от полученных травм ребенок погиб на месте. Расскажите по поводу дорожно-транспортного происшествия, которое сегодня вы совершили. Был на работе, получается, выехал на автомобиле в сторону Нечаевки. И в обратном направлении случился наезд на пешехода, который двигался по проезжей части. Пешехода не было видно, так как освещение плохое. И вокруг лес, вокруг деревьев не было видно, из-за этого совершил наезд. Содеянным раскаиваетесь? Сожалею, содеянным. Ну, что случилось, то случилось уже. Значит, суждено так было.